Вот знаете, я против разводов. Да, мне мой дед сколько изменял, я его простила. Потому что будет хоть в старости кому стакан воды, знаете ли, в рожу плеснуть, в его блядскую. Ой, божечки, очередное смешное видео про мужчин. На этот раз сняла у нас бабушка, да? Ну, конечно же, в каком свете еще она могла показать мужчину? Деспот, тиран, абьюзер, который пил, бил, гулял, изменял, времени уделял, денег не давал. И теперь ее жизнь, понимаете, заключается в том, чтобы дождаться, когда он станет немощным, попросить стакан воды и плеснуть ему в его наглую вот эту морду. Вот, на, получай, старик, да? Вы знаете, когда я представляю себе бабушек, дедушек, я думаю, что это люди, которые прожили жизнь, у которых есть какие-то уже свои убеждения, и они делятся какой-то своей мудростью, да, как правильно взаимодействовать людям, особенно сегодня, в 21 веке, когда вся эта система, да, семейная, когда весь этот институт брака просто-напросто в пыль уже стерт. Но нет, наши бабушки начинают топить опять за... Ладно, чушь.